тебя вижу. Что-то с движком почему-то стал двигать. Сейчас будем разворачиваться и заходить. От винта. Но бдительность на высоте, молодец. Ты наушники одел? Там самолет вроде как собрался на посадку. Ты не видишь его? Я сам ради. Сарлова Титан Гуроби, ты гуляешь без станов. Разворачиваться и заходить. Я через так. Только мне на колдунные сели. Тащим наш планер с вынужденной посадки. У нас встал двигатель в воздухе. Я не успел заснять ничего около планера. Но, собственно, мы сейчас пропускаем самолет. Самолет заходит на посадку. Очень сильный ветер. И в такой ветер, конечно, я совершил, можно сказать, чудо. Отделались мы, смотрите, чем. Вот повреждение колеса. Ну, как повреждение? Надо будет разобрать и приклеить заново. Вот, видите, там была приклеечка. Вот. Колесико живое, мы из него вытащили кучу пыли. Оно зарылось. Мы сделали на планере полноценный циркуль. Видите, какое все крыло грязное. Почему это произошло, разберем на видео. Но во многом из-за того, что я слишком маленькую скорость на посадке в итоге после выравнивания. Высокое выравнивание, низкая скорость, достаточно жесткое касание грунта. И вот эта трава уже высокая, видите, в нее зарылось одно крыло. И нас развернуло на 180 градусов. То есть мы приземлялись туда. Стало все очень удобно. Мы просто подцепили планер и поехали назад. Но это шутки шутками, но на самом деле... Было очень все быстро, надо признать. Я только по реакции Игоря понял, что мы в сложной очень ситуации. Ну вот мотор, друзья, не работает. Не раскручивается.
газ не реагирует. Сейчас ты газ сейчас поднимешь. Да? Что по двигателю, друзья? Явно какое-то механическое повреждение, потому что мы с Клаусом завели его, он даже завелся, но наоборот он не выходит. А сейчас я обнаружил, видите, это не компрессия, это механический такой щелк, он проскакивает, оп, что-то механическое не пускает. Буквально на очень небольшой угол. Потом вот идет опять цикл сжатия, компрессия есть. Дальше опять прокручивается. И опять, вот опять, щелк. То есть что-то здесь не то. Опять компрессия. И опять появляется небольшое усилие механическое. То есть не как компрессия, когда можно его провернуть без, что называется, если медленно проворачивать, без какого-то усилия. Как будто какой-то кусок кольца или чего-нибудь в этом роде там где-то подзастрял, над поршень его вбило, но это все равно, не знаю, там крышки, головки цилиндров касается или еще чего-нибудь. То есть что-то такое вот явно очень похоже на разрушившееся кольцо. Ну, это я делать не умею, поэтому мотор спокойно едет на ремонт. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы живы-здоровы, мотор не работает, планер уезжает в Германию на ремонт. Обидно? Обидно. Досадно? Досадно. Но самое главное, что в этой реально жуткой ситуации, я вот помню тот хороший момент на развороте, когда я подумал, ну вот, вот волчок. Вот это вот, вот, вот так жизнь заканчивается. Я четко это осознал. То есть это, я не скажу, что он передо мной пронеслось все, там и так далее и тому подобное. Я просто понял. Даже вот что-то я сказал по этому поводу на видео, посмотрим. Помню вторую мысль, бороться. Сейчас чуть крен уменьши, чуть ручку на себя, чуть, сейчас успеем выйти, скорость есть, значит все хорошо. Скорость есть, значит все хорошо. И мы выходим, разворачиваемся. И вот это вот некоторое облегчение, потом думаю, колдун впереди, думаю, ну колдун снесем и ладно, но уже целый, живый и здоровый. И дальше облетели колдун, уже совсем все хорошо. И вот с 3 метров мы все-таки спаршутировали, сделали циркуль. Ничего страшного, потому что у вепря балансировка правильная. Он загруженный нами, фактически на переднее колесо опирается. Поэтому длинная балка хвостовая, она в этом случае не цепляется за гунт и не отламывается. Поэтому просто за счет крыла сделали такой вот разворот на 180 градусов. И счастливы. Ой, опыт. Я благодарен своему учителю Клаусу Ольману, который первым делом примчался смотреть, что же со мной случилось, его, так сказать, двоечником, учеником. Я ему благодарен за науку. За науку не пугаться в экстремальной ситуации, мыслить трезво, знать, что скорость – это жизнь, и побеждать обстоятельства. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.